успешно выступили на открытом чемпионате Кореи в Чхунчхоне. Кыргызстанские таеквондисты, представлявшие спортивно-развлекательный центр «Сан-Сити». Турнир «Чхунчхон Оупен» проводится раз в два года, но из-за пандемии коронавируса последние соревнования проходили в 2019 году. Поэтому в этот раз в состязаниях приняло участие рекордное количество спортсменов – порядка 3000 человек. Кыргызстан представляли 10 таеквондистов под руководством старшего тренера спортивно-развлекательного центра «Сан-Сити» Искендера Осмонова. Вот и прошел долгожданный международный турнир в Корее, где наши спортсмены усердно готовились к этим соревнованиям и успешно выступили на данных соревнованиях, где принимали участие более 3000 спортсменов с разных стран мира. Нам удалось завоевать 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы. То есть все 10 наших спортсменов вернулись домой с медалями. Победителями турнира в своих весовых категориях стали Ильяс Хан, Есим Исаков, Алымбек Абдимиталипов и Нурия Джамбаева. Серебряных наград удостоились Владислав Гордеев, Акылай Кажембердиева и Канакей Эрызбаева. И бронзовыми призерами стали Ичи Лю, Эржан Кемилов и Султан Максатбеков. Всем привет, меня зовут Абдимиталипов Алымбек, мне 12 лет. И я занял первое место на международных соревнованиях по тхэквондо в Корее. Я был очень рад этому первому месту. Я не думал, что сразу выиграю. У меня было сразу 4 поединка. И мне очень понравилось быть в Корее. Там все так красиво. И желаю всем спортсменам таких же успехов. Меня зовут Люичи. Я полетел в Корею и заработал 3-е место. Когда я был еще маленьким, когда пошел на тхэквондо, первый день мне было трудно. Во второй день стало немного легче. Когда я услышал, что есть турниры международной Южной Кореи, я стремился туда пойти, чтобы занять первое место. К сожалению, я получил 3-е место. Но в будущем я получу 1-е место. В Южной Корее я получил опыт. Меня зовут Кемелов Ирджан. Я занимаюсь тхэквондо 1,5 года. Я готовился к этим соревнованиям в Корею усердно. Мы тренировались усердно. Я полетел в Корею и завоевал 3-е место. Мне понравилась Корея. Я постараюсь взять 1-е место в следующий раз. Поздравляем наших тхэквондистов с успешным выступлением и желаем удачи в дальнейшей спортивной карьере. Хотелось бы выразить большую благодарность родителям спортсменов за их вклад и развитие тхэквондо в Кыргызской республике, а также спортивно-развлекательному комплексу «Сан-Сити» за предоставленные условия к подготовке к данному турниру. Мы ни в коем случае не останавливаемся на данном результате, мы идем дальше, впереди еще много международных соревнований, где наши спортсмены смогут завоевать призовые места. Сан-Сити!